Приветствую всех на своем канале «Вкусняшки по-домашнему». Сегодня мы будем готовить фруктовый салат. Мы его уже готовили, но сегодня будем готовить немножечко из других ингредиентов. Итак, фрукты, которые мы выбрали. Груша, яблочки, мандаринка, гранатик, он больше для украшения, черешенка, сейчас ее полно в магазинах, абрикосик. Заправлять мы будем все это йогуртом, персик, маракуйя. И для ребятишек украсим это все мишками мармеладными. Начнем с груши. Сначала ее порежем такими кружочками. Затем кружочки на кубики. И кубиками будем резать все остальные фрукты и ягодки. Следующее берем яблочко, тоже на дольки и также затем на кусочки. Кстати, если вы любите фруктовый салат, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и напишите нам в комментариях, из каких ингредиентов вы салатик любите больше всего. Из абрикосиков мы вытащили косточки и точно так же на ровненькие квадратики. Очень важно, чтобы все фрукты были порезаны одинаково. Сегодня у нас это кубики. Приступаем к гранату. И сейчас я вам покажу лайфхак, как правильно его очищать. Может быть, кто-то уже знает. Если знаете другие способы, пишите в комментариях. Сверху мы вот так вот его надрежем на 5 частей. Можно на 6. Надрезаем. Так, хорошенечко нужно надрезать. Теперь вот эту крышечку мы снимаем. Теперь от этих вот отверстий делаем прорези вниз. Таким же образом, как делали сверху. И затем снимаем вот эту вот кожурочку таким образом. Скажите, что это гораздо легче. Мандаринку мы чистим. Не режем. Просто разделим ее на отдельные дольки. Черешню мы предварительно очистили от косточек. Выложили ее вот в такое блюдо. И сейчас будем добавлять все остальные ингредиенты. Яблочко. Грушу. Абрикос. И заправляем все это йогуртом персик маракуйя. Теперь все тщательно перемешиваем. Нужно сказать, что абрикос придает салату именно необходимую сладость. Так как у меня салат очень любят ребятишки, поэтому мы добавляем сладкий йогурт. А вообще можно, конечно, сделать просто натуральный йогурт, и ягодки отдадут ему салату своему свою сладость. Теперь приступим к оформлению блюда для подачи на стол. Вот такое интересненькое блюдо мы взяли, яблочко. Вокруг выкладываем его мандаринками, дольками. И в серединку сейчас уже будем накладывать наш салатик. Выкладываем в серединочку наш салат. Вкусняшка. И выглядит красиво, по-моему. Если вам нравится, ставьте лайки. Вот таким образом. По-моему, красиво получается. Оцените нашу идею. И попробуйте дома сделать то же самое. Сверху украсим наше блюдо красивым и полезным гранатиком. Сильно много не нужно.
Думаю, вот этого будет вполне достаточно. Вот так еще немножечко. Так, дальше, как и обещали, добавим разноцветных мишек для самых маленьких. Разложим их между нашими дольками. Вот таким образом. Думаю, ребятишки будут в восторге. Мои бы в любом случае всегда их ели и ели. Так, уже замечательно. Ну и последний лайфхак. Наверное, все видели вот такие вот соломинки. Мы их просто сегодня посыпем сверху. По-моему, очень здорово. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. С вами был канал «Вкусняшки по-домашнему». Пока-пока!